Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натальи. Сегодня, друзья, мы будем прощаться с нашей маленькой гостьей. Она уезжает назад в Харьков, в институт. И мы ездили с Артурчиком, распечатывали ей билет на поезд. Заехали мы в Еву. Сейчас ходила за чеком. Купили мы только порошок ушастый нянь. Была акция. Сейчас вам покажу. Вот такой порошок. 2 килограмма 400 грамм. Стоит сейчас 83,50. Мы взяли две упаковочки, потому что там был рядом порошок без акции ушастый нянь. 4,5 килограмма. Он стоил 235 гривен. Как бы мы посчитали, да, вот по 83,5 это получается 167 гривен мы отдали за 2 килограмма, ой, за 4 килограмма 800 грамм. А 4500 без акции стоит 235. Ну, разница хорошая. Ушастый нянь мы раньше брали, вот, и он нам нравился, хороший порошок. И вот смотрите, может, кто не знал, этот порошок детский. И как вы знаете, детские пятна трудновыводимые, потому что отстирать тяжело, да? Вот, ну, с памперса может как-то там какашечка неудачно размазать, да? Или вот всякие там каши, соки и все остальное. То порошок справляется, по крайней мере, раньше справлялся очень хорошо. Когда мы первый раз купили его, я была просто в восторге. Это было, конечно, давно, больше 15 лет назад. Но когда мы первый раз постирали, то отстирались кухонные полотенца, какая-то скатерть, которую я не могла отстирать, пятнышко там было. Просто изумительно. С тех пор мы покупали его. Потом какое-то время было, что он стал плохо стирать, и мы перестали его покупать. Сейчас не знаю. Ну, хочется, конечно, хороший результат. Ну, посмотрим, как будет. Вот, смотрите, чек. 83,50. Вот, и заплатили 167 гривен. Так, и мы заехали в суперпеченюшку. Купили наши любимые вот такие пироженки, как тортики, иней. Хотим угостить Алю. Нам с Артурчиком они очень нравятся. Смотрите, тут и прослойка такая. Изменился, конечно, верхний вид украшения. Раньше были там розочки, такие цветочки. Сейчас вот так. Дизайн изменился. И в суперпеченюшке мы купили хлеб. Вот такой там выпекают. Мягусенький, смотрите. Мы взяли, он еще теплый. Вот такая большая буханочка стоит 15 гривен. Вот на сегодня у нас и все покупочки. Всем привет! У нас сейчас небольшая распаковка тортика. Прощай, диета называется. Главное, чтобы не славянки. Так. Это тот же самый иней. Просто у него немножко сейчас другая интерпретация. Вот такой дизайн. Совсем другой, чем мы покупали вот в тортике другого производства, да? Ну, здесь тоже что-то изменили. Не. Начинку или это край у меня такой. Это у тебя такой край, все хорошо. Ну, верхушка прикольная, видите? Какая это верхушка. А-та-та-та-та-та-та. Экраном. Знаешь, как в носик тортиком. Так красивее. Ну, так красивее. Я как Эктор Хименес Браво свою, как бы, изюминку внес. Художник так видит.
Художник. А я так делаю. Язык желтый. О! Салатовый язык. Ну, кремушек вкусный. Как всегда. Няма-няма. Ну, показывай нам в разрезе. Мне очень нравится вот эта сухая прослойка. Безежная, да? Ну, скорее всего, да. Я не знаю, как это, но вкусно. Ну, безе, да. У меня слюнки бегут. Нагоняем аппетит. Тра-па-па, тра-па-па. Не очень вкусный. А когда чайком это все полируешь, вообще бомба. Вот да. Так вот просто. А на улице вот так холодно. Да, это не мурашки, а тортик. Это на улице холодно. Поехали дальше. Стоять, Казбек. Надо брать одним куском. Да в ложку не поместится. Надо столовую ложку брать. Щеки не треснут? У меня нет. Все, я тоже буду кушать. У меня тоже вот тут чаечек. Ой, шикелюсенька. Шикелюсенька лохматенок. Вот мой тортик. Я тоже его распакую. Где же ты? Распаковка. Ой. Где-то с этой стороны, значит. Вот. Кто тортик еще распаковывает, пишите нам. Вот такая распаковочка. Изумительный тортик просто. Красотища. Тоже тебе украл. Шкодник! Шкодник! Сейчас ляпну в торт тебе вот так. Делаю. Я сейчас ляпну, я сейчас вот так. Посмотрите на него. Хулиган. Артур хулиган. И прикинь, так в экран. Такая ляпочка желтая. Не умеем делать спецэффекты, но было бы, наверное, прикольно, да? Сейчас сделаю. Не надо, я не домою. Тогда свой телефон. Все, давай, нам приятного аппетита. У тебя телефон влагозащищенный. Давай. Можно мыть его. Ну, всем приятного аппетита. А мы будем кушать. Всем доброй ночи, друзья. Мы вот утеплились. Да ничего не холодно. У нас час ночи. У нас провожаем нашу жаркую барышню. Она одна у нас с таким оптимизмом, что ничего не холодно. Не мерзнет. Но она молодец. Мы вообще не пример. В машину сели, машина холоднючая. Все, едем нашу девочку провожать. На поезд. Все, поехали. Ну вот, мы уже доехали. Сейчас вам покажу. Вокзал Запорожье. Время у нас 1:01. 2. Очень холодно, ветер прям холодный, кажется, что минус и хороший минус. Вот напротив вокзала Эльдорадо, АТБ-24. Все, город спит. Вот аптеки, магазинчик Лучиано. Тортетисточка. Даже не фокусируется сильно. Шашлычная. Ну, все закрыто, не работает. Вот такой. Года. Максал. Yeah.
все, друзья, провели мы свою племяшку и крестницу. Все. Поехала. Учеба ждет. И все, и мы поехали домой. На этом я буду заканчивать запись в своем дневничке. Переворачиваю страничку. Светлое будущее завтра. Всем спасибо, что были со мной. Всем счастья, здоровья, удачи. Пока-пока.